Брестский городской совет депутатов 28-го созыва – это 40 человек. Те, кого избрали жители города над Бугом на недавно состоявшихся выборах, прошли последние 18 февраля. Правом на голосование воспользовались более 66% избирателей. Кандидатов в депутаты было зарегистрировано без малого 120 человек. Самый большой конкурс наблюдался в Брестский городской совет по следующим округам – 2-му, 6-му, 17-му, 19-му и 28-му. Там баллотировалось по 4 человека. По 32-му округу 5 человек на один депутатский мандат. Отсутствовали безальтернативные округа, то есть где был один кандидат в депутаты. Избранные депутаты – представители различных сфер и отраслей – госорганов, образования и транспорта, строительства и здравоохранения. Опыт успешной основной работы однозначно пригодится народным избранникам и в депутатской деятельности. К слову об опыте, возглавлять городской совет продолжит Николай Красовский. Его кандидатура была выдвинута на пост председателя и единогласно поддержана всеми депутатами в ходе тайного голосования. Количество проблемных вопросов, направлений, которые приходится курировать городскому совету депутатов, оно с опытом работы увеличивается. Вот. Ну и зная масштабность всех работ подготовительных, в том числе и празднованию тысячелетия, и необходимость от депутатского корпуса также участвовать во всех подготовительных мероприятиях, конечно же, наводят на мысль, что впереди большая ответственная работа. Список задач широк, однако, уверен Николай Красовский, нерешаемых среди них нет. К тому же команда собралась сильная. Немаловажный момент – преемственность. В 28-й созыв было переизбрано более 10 депутатов созыва 27-го. Собрался очень, я бы сказал, достойный, работоспособный депутатский коллектив. Все люди заряжены на работу. Мы это уже почувствовали вот за этот месяц от избрания, даже меньше чем месяц, до проведения первой установочной сессии. Преемственность мы тоже соблюли. У нас 11 депутатов из прошлого созыва переизбрались в 28-й созыв. Вот, думаем о том, что важным подспорьем будет являться и школа депутатов, которую мы организовали и которая уже в работе. Участие в мероприятии принял мэр Бреста Александр Рогачук. Градоначальник поздравил депутатов с победой, пожелал продуктивной работы и выразил уверенность, что органы местного самоуправления и исполнительный комитет и впредь продолжат плодотворное сотрудничество. Отметил Александр Рогачук и необычно высокий удельный вес представителей бизнеса среди депутатов. Их опыт будет полезен в подготовке города к тысячелетию. Слова благодарности прозвучали и в адрес депутатов прошлого созыва. Спасибо депутатам 27-го созыва. Я умышленно вас сюда пригласил, потому что практически именно вы заложили те базисные вещи, которые сейчас на слуху у всех. Я имею в виду, начали вместе с исполкомом, начали методологическую, а потом уже и практическую реализацию плана подготовки к тысячелетию. Поверьте, что я очень вам благодарен. Следующая сессия Брестского городского совета депутатов 28-го созыва состоится совсем скоро, предположительно во второй половине апреля.